Гороскоп от слова я не прочитаю. Тем более, что у меня свежее от него впечатление от этого стихотворения. Попозже. Вот оно лежит. Я не только поэтому. У меня группа агрессивных евреев пришли мне бить в городе Чикаго за эти стихи. Их хоть локализал, но они кричали, что я вообще враг народа еврейского, и что я агент КГБ, и что эти стихи враждебные, значит, я отрекаюсь от еврейской крови, это позор для человека. Все. Вот, а то стихотворение, которое для меня является одним из самых главных. И я говорю, серьезно, не случайно книгу «Избранную высшую в Израиле» я назвал именно так, именно в Израиле, потому что я знаю, с кем я там тоже имею дело. Там тамошние нацисты не намного отличаются от наших. А теперь такое, мне интересно мнение тех, кто его не слышал. Сейчас прочитаю, раз спросили. Неторопливо, истина простая, в реке времен нащупывает брод. Родство по крови образует стаю, родство по слову создает народ. Не от того ли смертных поражая, непостижимой мудростью своей, Бог Моисею передал скрижали, людей отъединяя от зверей. А стае не нужны законы Бога. Она живет завету вопреки. Там ценятся в сознании у Бога лишь цепкий нюх, да острые клыки. Своим происхождением не скрою, горжусь и я, родителей любя. Но если слово разойдется с кровью, я слово выбираю для себя, и не отыщешь выхода иного. Какие возражения не готовь, родство по слову порождает слово, родство по крови порождает кровь.